Ну, что у меня сегодня на ужин? Оперативно-тактического назначения. Скромненький сегодня у меня ужин. Картошка с грибами. Вот так вот с шампиньонами. Вот он. Вообще шампиньоны здесь везде продаются. И сущие копейки стоят. Вот. Шампиньоны можно и мариновать. И из них делать сам сышки. Вот. Пироги. Даже просто грибные соус, грибную икру. Вообще получается, ребятки, супер. Рекомендую. Вот. Запит у меня сегодня много напитков. Компот из абрикосов. Чай турецкий. Вот. На десерт у меня дыня. Вот такая огромнейшая. Вкуснятинка невозможная. Одна дыня взвесила у меня, вот половинка здесь, одна дынька у меня взвесила 7 килограммов. Вот такие вот персики, смотрите, какие они должны быть персики, вот такие персики должны быть. Персик должен быть персиком, а не какой-нибудь там это. Вот смотрите, вот. Дамский пальчик, вот. Так и шоколад, вот такой вот. Внутри апельсины, вот. Шоколад, белый шоколад. Коричневый шоколад, черный шоколад, вот. Потом парное молочко такое, это называется золотое молоко, парное молоко, очень вкусное, рекомендую. Вот такой вот скромненький у меня сегодня ужин. Всем хорошего вечера и хорошего настроения!